Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области усилен контроль за функционирующими в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября предприятиями и организациями, перечень которых установлен постановлением правительства Тюменской области. Мы осуществляем контроль за соблюдением мер, направленных на профилактику, на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также мер, направленных на разрыв путей передачи. Проверками охвачены все муниципальные образования Тюменской области. В рамках проверок мы смотрим соблюдение требований, установленных санитарными нормами и правилами. Это наличие дезинфицирующих средств, наличие кожных антисептиков, наличие масок, масочного режима и иные вопросы, требующие актуального внимания. В рамках проверок большинство нарушений было выявлено в областном центре. За два дня, 30 и 31 октября, нами проверено более 100 объектов. Это магазины формата «У дома», это гипер- и супермаркеты в торговых центрах, которые осуществляют реализацию товаров универсального ассортимента, а также специализированного. Это товары для животных, аптеки и оптики. Выявлялись нарушения в основном тех объектах, которые более удалены от центра города. То есть это окраины, негостевые маршруты, процент нарушений, проверок с нарушениями был порядка 50%. То есть мы еще по данному фронту, по направлению, мы еще усилили надзор и контроль за этими предприятиями. В отношении виновных лиц, допустивших нарушение требований федерального законодательства, составляются протоколы об административном правонарушении и направляются в суд для принятия законного решения. Кроме того, в эти нерабочие дни нами были проверены авто- и аэровокзал, то есть это наши транспортные узлы. Мы также проверили транспортные средства, это автобусы, работающие на пригородном и междугороднем сообщении, на предмет проведения дезинфекции салонов автобуса. Нарушений по данному вопросу деятельности не выявлено.